синих майках и шортах. Вот звучит страшно. Точнее, справа. В центре действует. Так опасная сейчас ситуация. Острая атака Калуги. Удар. Из берегов Оки. Саш, второе место, второе чистое. Второе место, да. Отличный результат, несмотря... Ой, какой момент опасный. Каляев штрафной. Это пенальти. Да, естественно, судья указывает на... Ну что ж, пенальти сам Каляев бьет. Удар. И парирует. Вперед, это вот сейчас, сейчас стенка, острый пас. Стенка. А, чувствовал стенка. Ну и Елисеев перехватывает мяч. Классный момент. Там открывается один Маричев. Отдай передачу. Ну, ай-яй-яй. Но все равно на ударной позиции Евгений. Все-таки в первом тайме удастся распечатать ворота Отмаховой. Вот удар дальний. Такие встречаются. Вот Мещеряков классно сейчас в штрафной оказался. Решил в касание. И... Все равно владеет мячом. Да, и преимущество блестяще. Она владеет, но моментов мы не видим. Так, Зайцев, Кулешов, гроссмейстерская передача. В штрафной уже Шахназаров, передача на Зайцева. И вот нарное наказание от Гарника Арбанаковича Валяна, что именно он пробил пенальти, а не штатный пенальтист рязанской команды. Так мы же так и не выяснили, Саш, кто является штатным пенальтистом. Опасный момент у ворот Сергея Прав. Рязань. И все. Свисток на перерыв, со счет стадиона. 0-0. На четвертой минуте встречи не... Звучит свисток арбитра нашей команды, а это и Мещеряков выжидал, чтобы не Владислав попасть в офсайд. Свечен, удар мы... должен быть! Пенальти! И что это? Это пенальти. Второе пенальти мы сегодня увидим. Или нет? Ой-ой-ой. Неужто это желтая карточка за симуляцию? Я абсолютно не согласен с арбитром. Толчок там был точно. Это точно не желтая карточка. Симуляции там никакой не было. Подача. И выигрывает сейчас классно Ваганов верховую дуэль. Кисенков. Заброс туда вперед. И снова Кисенков действует хорошо. Это Дубровин уже капитан команды. Рискованная передача. Далеко не в атаку. Передача хорошая. Ох, вот, если бы... Дурные, естественно, речевки. Перевод на противоположный фланг от Лобзина. Здесь Корольков. Передачу в свободную зону делал на Зайцева. И он покрал Зайцев. Зайцев сейчас своего оппонента. До удара только нужно довести. И это гол! Гол! Нет! 69-я минута встречи. Сумбурный, странный, но тем не менее гол в исполнении футбола. Замену. Артун Абавиан делает обостряющую передачу безукоризненно. Здесь Сергей Зайцев. Здорово. Дважды убрал Дубровина. Под удар оставлял сейчас. Решила Калуга мячом повладеть. Артун Абавиан чуть ли не в свои ворота сейчас срезает. Кисенков. Передача штрафную. Ух, как опасно было. Сразу предложение для быстрого розыгрыша. И воспользовался им Оганесян. Подача. И выигрывает там вверх Кисенков. Передача вперед. Дубровин, кстати, задержался в чужой штрафной. И можно попытаться пробить, потому что... Нет, сейчас уже вернулся, конечно, Владимир Отмахов на собственную позицию. Классно Сентюрин уходит от футболиста. И передача классная. Маричев, удар! Это будет гол! Гол! 86-я минута встречи. Евгений Маричев удваивает преимущество. Право ввести его в игру. Обостряющая передача. Такая своеобразная стенка получилась. Маричев! Хорошая передача. Обокрал сейчас Маханур Гамзатов. Нет, с тем временем Кулешов разобрался с двумя футболистами. Маханур Гамзатов на фланге. Один в один проходит он Кулешова. Уже в штрафной. И это фол. Это ну пенальти. Вот наконец-то пенальти второе.
Не так времени остается до конца. Разбег! Разгром! 3-0! Сергей Зайцев с 11-метровой отметки делает счет. Разгром. Я думаю, они должны быть довольны. В принципе, счет по игре, наверное. Соглашусь. На этом наша онлайн-трансляция завершена. Спасибо, что смотрели футбол вместе с вами. А его комментировали Александр Блохин.